День тренера отметила Федерация бокса Анапы. В этом году Федерации бокса курорта исполнилось 26 лет. Все эти годы на благо развития спортивной организации трудились в первую очередь тренеры. За победами анапских боксеров на площадках различного уровня стоит мастерство и титанический труд наставника. О роли тренера в жизни спортсмена нашей съемочной группе рассказал директор спортшколы номер 3 Вячеслав Труфанов. Почему люди остаются в спорте? Потому что есть тренер. Тут первый тренер у меня Николай Константинович Светлов. Я всегда его вспоминаю добрым словом. Его именем назван зал, которую он открыл на улице Чехова, 44. Вот. Поэтому считаю, что вообще должно повезти. С тренером должно повезти. Мне повезло. Являясь старшим тренером сборной команды муниципального образования город-курорт Анапа, могу сказать, что это одна такая крепкая, хорошая спортивная семья. Тренерский коллектив городской. Самое главное – психология. Плохой человек никогда не станет хорошим спортсменом. Это правда. Вот. Конечно, должен, собственным примером должен показывать. Должен, первая дисциплина ведь. Если не будет дисциплины, какой бы ни был талантливый парень или девчина, ничего не будет. А в дисциплине должен учить тренер порядку, должен учить тренер, да, он должен быть, я понимаю, есть профессиональные психологи, но тренер должен быть психологом на своем уровне. Есть стремление работать, есть поддержка федерации для молодых специалистов. И еще раз самое главное, если человек заходит в спортивный зал и хочет работать тренером, у него получится. И в Анапе этому уделяется большое внимание.